возникает вопрос, что же я сейчас делаю? Я мою крышу автомобиля с мылом. Я думаю, вы заметили, что у меня машина стоит неровно, и, естественно, яйцо маленько стекает. Сковородки это значение особо не имеет. Конечно, прожариваться будет дольше. А на голой крыше, видите, маленько потекло. Но это не важно. Для эксперимента это все сойдет. Вы можете поставить машину гораздо ровнее. Значит, яйца я помыл предварительно с мылом. Ячейку для яиц я тоже предварительно всю с мылом помыл. Так что у меня здесь все стерильно. Грязи никакой нету. Единственное, что я забыл сделать, так это посолить. Вот видите, через 15 минут примерно белок начал сворачиваться. То есть уже пошло приготовление яичницы. Ну, температура железа, рука не терпит. Будет ожог, если прислониться, например, локтем. Пальцами-то еще ничего. А если вот этой вот стороной, то будет ожог, там, где кожа тонкая. Конечно, если бы у меня крыша стояла ровно относительно горизонта, у меня бы здесь не было такого толстого слоя белка. И, ну-ка, попробую-ка я его, оп, вот так вот растянуть. Опа! А, вот и все. Он у меня растянулся. Отлично. Здесь тоже начал свертываться белок, но здесь очень толстый слой. Вот не знаю даже, как мне выгоднее. С одной стороны, если стоит сковородка вплотную на крыше, она забирает еще дополнительно тепло от крыши. Если я сейчас сюда подложу палочку, чтобы выровнять, то я потеряю какую-то дополнительную температуру. Поэтому даже не знаю, что лучше сделать. Подложить палочку или не подкладывать. Но давайте я все-таки подложу палочку. Так что делаем поправку, что температура потерялась. Ну и крышку я еще открывал, так что по времени все будет немного дольше. Только что вон тот вертолет подлетал прямо ко мне. Проверил, что я делаю тут. Ну, сейчас пожароопасная ситуация. И поэтому это, скорее всего, пожарные летают и смотрят. Вот он опять полетел ко мне. Так что не доверяют нам. Ну и правильно делают.
Сейчас спичку брось или окурок, и все, капец, все заполыхает. Тем более я нахожусь на сухом сенокосе. Скорее всего, они сфотографировали меня. Если что, потом найдут. Ну что, прошло еще 15 минут. Смотрим готовность. Ну, пока еще не готово. Ну, а здесь уже почти готово. Ну, видимо, причина в том, что я убрал от крыши плоскость сковородки. И нагревается сковородка хуже. Ну, что, уберу я палочку. Пусть будет обратно так, как было. Тем более, там уже яичница маленько подпеклась. Уже всплывать не будет. Ну, в принципе, эту яичницу я бы уже начал сейчас есть. Мне именно такая нравится. Чтобы такая вот была, как ее называют, соплями, непрожаренная. То есть вот, можно сказать, за 40 минут, 30-40 минут яичница будет готова. Но так как я никуда не тороплюсь, буду посмотреть дальше, что будет. Ну, посмотрим еще минут через 15-20, что тут будет. Ёлки-палки, забыл про яичницу. По-моему, пережарилась. Час она у меня жарилась. О! Ё-моё. Это вода. Неприглядный вид, но есть-то можно. Да, согласен. Немного вид неприглядный. Ну, как говорится, первый блин комом. В общем, сковородка в минусе оказалась, потому что температуру меньше держит. Надо будет потом еще варианты попробовать. Другого приготовления яичницы, но тоже без огня. В Краснодарском крае используют только солнце. Мне кажется, вот так получше будет выглядеть, да? А что, отлично. Получилось все, как заказывал. Не прожаренная. А? Ну давай, на ложку лезь. Вкусно. Реально классно. Надо будет повторить. О, класс. Эти кадры я делаю лично для пожарных Краснодарского края, чтобы они видели, что я уезжаю, и у меня тут никаких косяков не осталось. Я не курю, костры не жгу, огнем не пользуюсь вообще. Яичницу пожарил на солнце, на крыше. Если кому из пожарных интересно, смотрите мои ролики. А сейчас я еду, и вы все увидите, что здесь поляна в идеале остается. Ни мусора, ничего. Еду медленно, тут кочки. Но я потом сделаю ускоренное видео, чтобы долго не смотреть. Еду по следам фермера или кого тут. Так что ничего я тут не мну. Чисто по его следам проехал. Максимально аккуратно. Масло не лил, тосол не лил, вообще ничего не делал. Только постоял и все.
А, воду лил, руки мыл. И крышу еще помыл. Чуть-чуть, водички ливанул. Выехал.